Выхование подрастающего поколения – клопот огульный. Сегодня в Петраковском районе Белорусский союз жанчын дал старт новому проекту, накированному на объединение намаганий у клопоте об детях. Представницы громадского объединения на чале с наместником старшини Лилией Ананич наведали выхованок Петраковского специализованного профессийно-технического училища закрытого типа. С подробностями Евгения Кухаронок. Во установу закрытого типу трапляют девчата, которые сделали неправильный жизненный выбор и уступили в конфликт с законом. Они из разных городов Украины, им от 14 до 18 годов, и сегодня их тут 27. В училище не просто занимается перевыхованием. Подлетков научают соправданные профессии, им дают основы швейного мастерства. А по завершении курса старейшие девчины отримливают официальный сертификат. Это учреждение закрытого типа, профессионально-техническое училище, для нас особое тем, что здесь тоже наши дети. А девочки, которые по тем или иным причинам попали в это учреждение, но мы, женщины состоявшиеся, женщины небезразличные, хотим вот немножечко своего тепла привнести в их жизнь. И самое главное, показать, что даже если один шаг неверный, это не значит, что вся жизнь уже состоялась. У мясцовой библиотеки народилась идея включить установу еще один проект Белорусского союза жанчын – семейное читание. Отповедно ему плануется выпуск серии книг, которые представят творы белорусских и замежных авторов, казки, познавальную литературу для детей. Выдание пополнит библиотечки шматдетных семьев и тех, где выховывают детей, которые остались без опеки батьков. У якости приемного вы включение проект завитая и у Петраковское училище закрытого типа. У выхованок еще будет возможность передать любовь до читания своим близким. Интересна судьба каждой, как у нее сложится после выхода из специального учреждения. Поэтому даже те девочки, которые повыходили 5-6 лет, они все равно с нами в контактах, в одноклассниках, в сети и как бы переписываемся. Они даже вот с психологом делятся своими где-то проблемами. Концерт, подрыхтованный выхованками установы, отрымался щирым и душевным. Словы песни и верши кранали жаночее сердце, и слезы нельга было стримать. Плакали и сами девчаты. Кульминационный момент встречи, обмен подарунками и чаепитие у теплым жаночем крузе. До речи, на этот день был запланован еще один адрес жаночей допомоги. Представницы БСЖ уручили портфели и сумки для спортивной формы будущим першокласснікам, уродженцам Петраковского района. Она очень хочет школу, хотя, как бы, может быть, еще не совсем готова, но хочет. Поэтому так, чтобы она знала, что это ее подарок, что это ее сюрприз, что она вот пойдет в школу, что у нее все есть. Я хочу стать воспитательницей. Традиционная акция Белорусского союза жанчын «Сберем портфели разом» будет проходить на протягу тыдня до Дня ведов. Евгения Кухаронок, Ігор Марышченко, телерадиокомпания «Гомель» з Петракова.